Добрый вечер. Мы продолжаем нашу серию уроков по книге Рав Кука «Род Тшува». У нас 14 глава, и мы немножко вернемся. Значит, мы сейчас говорим и будем говорить про грусть, про том, потом про еду, а потом посмотрим, успеем ли мы что-нибудь еще. Так, начинаем. Если кто-то помнит, что мы уже учили, а что еще нет, и мне напомнит, это будет очень хорошо, потому что я немножко не уверен, где мы остановились. Но, по-моему, мы вот вав шестой отрывок абзац выучили, седьмой еще нет. И тогда давайте начнем седьмой. Давайте повторим шестой и седьмой. Да, вот мы сказали, что... Так, шестой отрывок. Кашешуали мейхан ацвуд баат, срихим лифто, мяшефа шеле маасим, амидот ва деот, араот аля нешама, шиту эмид бихуша худер эт мериутам, ви не следит нефхет ва ацува. Вакашер ацува муфия, вахефет сатов кашу мидгабер бетхунато амикурит, כנור של עונק ושל שמחה נפתח, ואנשמה יונקת מנחל הדנים, וכשהכישרון המעשי לוקח לו את התמצית של ההרגשות הנעימות הללו, יוצא לאור המוסר הטהור העליון, המצליח את החיים בעודו. מתו אוצ'ילי טוצ'נה, מתו כניפונים את הביסטרינקה פרצ'יטלי, אלה מה... אלה מה... углубились. Так. У меня... Окей. Скажите мне, пожалуйста, это меня видно и слышно, потому что зум меня немножко начал сходить с ума. Меня видно и слышно? Не туким. Но видно и слышно, но немного. Видно и слышно. Хорошо. Окей. Ладно, итак, давайте переведем. Когда мы спрашиваем, откуда приходит грусть, надо то... Нужно ответить от множества дел, качеств и мнений отрицательных, которые на душе буквально, которые пробуют своими острыми чувствами их горечь, и она... Я сейчас вспомнила, мы это с вами как раз обсуждали. От внутренних всяких или от внешних? Да. Но это нам поможет для следующего отрывка, поэтому мы это сейчас просто прямо прочитаем. Потому что, да, мы это точно читаем. Я просто помню, мы это обсуждаем. Угу, да. Инис, я знаю, значит... А следующий мы не начинаем. Грустит, боится и не следит. Опасается, да? От этого всего она так отвращение испытывает. И когда свет тшувы появляется, и желание добра, когда оно усиливается в его внутреннем качестве, тогда поток удовольствия буквально, удовлетворения, удовольствия, он их, да, радости открывается, и душа... Юнекет питается буквально питается от этого источника радости, и когда реальная кишарон
И когда помогите, Нахама, Кишарон. И когда Кишарон, помогите мне, я со словом захуда. Что когда? Кишарон. Еще раз. Слово Кишарон перевести, я просто... А, Кишарон, способность. Способность, о, да, спасибо, да. Ага, и когда способность к реальным делам, она берет к себе концентрацию этой приятного чувства, тогда выходит на свет чистая мораль, чистая высшая мораль, которая, с помощью которых жизнь она становится, жизнь она побеждает в своем великолепии. Мы это учили здесь, чудесно заострить внимание. Из этого отрывка не очень понятно, чьи дела и отрицательные качества, и верование, можно так сказать, да? Мы сказали на душу, они отрицательно влияют. Мы не сказали чьи. Здесь можно сказать мои, конечно. А можно сказать не обязательно мои. Можно сказать просто вся неисправленность, которая есть в мире, она плохо отражается на моей душе. И тогда у нас появляется очень интересный подход и понимание к тшуве. Если до сих пор мы думали, что тшува – это инструмент для исправления моих недостатков, то сейчас мы можем сказать, что тшува также это инструмент для исправления недостатков мира. Я делаю тшуву, а с помощью этого я исправляю как-то, так же соседа. Только я не исправляю соседа напрямую, я исправляю себя, а с помощью таким-то образом исправляется весь мир тоже. Я не хочу, мы это, по-моему, сказали, что-то похожее в прошлый раз. Я хочу сейчас перейти к следующему отрывку, потому что, мне кажется, он говорит эту идею более четко. Потому что у нас по-простому, в нашем отрывке, в шестом, по-простому все-таки грехи, они мои. А можно понять, что нет. Но седьмой отрывок, он гораздо более четкий. Давайте его посмотрим. Колица вон ба, митнехет. והתשובה מראה את הנשמה ומהפכת את היצבון לשמחה. היצבון הכללי שבעולם מקורו בזוהמת הכלל הנמצא בחללו של עולם. מחטאת הרבים והיחידים ומחטאת הארץ הכמוסה שיצא לפועל בחטאת האדם שצדיקים יסודי העולם ומשיח בייחוד שווים בתשובה על מהות חטא זה ומהפכים אותו לשמחה. То есть, как-то, Аурех, я уже не помню кто, видимо, Рав Цви Иуда, не просто так, видимо, положил эти отрывки один около другого. Может быть, Рав Кук сам, да? Не помню. Но мы видим, что они связаны, и действительно, шестой говорит более скрыто, а седьмой более четко, это же самое дело. И я хочу обратить внимание, тут интересная вещь. Потому что когда мы говорим, секундочку, я прошу прощения, я начал объяснять, я не перевел. Это, конечно, очень плохо, поэтому давайте исправим это прямо сейчас. Так, давайте перейдем. Всякая грусть, она приходит из-за греха. И тшува освещает душу и превращает грусть в радость.
общая грусть, которая в мире, ее источник в грязи, в общей грязи, которая находится в пространстве мира из-за греха многих и отдельных. И также от греха земли, от скрытого греха земли, который был реализован через грех человека. И праведники, на которых основывается мир, и особенно Машиах, они делают тшуву из-за сути этого греха и превращают его в радость. Тут, конечно, есть много, очень много чего, но я хотел бы начать с такой вещи. В общем-то, раб здесь говорит, какой-то, в общем-то, более-менее известная вещь. Любая там грусть, любая неисправность в мире – это из-за греха. Но если к этому подойти немножко слишком просто, слишком поверхностно, надо будет сильно с этим проблема. Не знаю, допустим, возьмем просто человек, он загрустил, значит, все, у человека там депрессия. Срочно нужно искать, чем ты виноват. Или, может быть, человек, он знает, что с ним все в порядке, он ничем не хуже, чем он вчера, он, может быть, даже лучше, чем он вчера. И сегодня ему грустно, плохо и больно. И, то есть вот это вот обвинение самого себя автоматическое, равно его снимает. Он оставляет общее понимание того, что грусть, которая здесь противопоставляется радости, ее источник – это грех, но это не обязательно твой грех. Это, в общем-то, если сказать очень просто, это из-за того, что мир не исправен, из-за того, что в мире еще есть несправедливость, какие-то искривления и так далее. И тогда, перенеся источник из меня внутри наружу, мы освобождаем немножко человека от вот этого вот самобичевания постоянного. Ага, значит, у меня депрессия, значит, я грешен. А я вот самое, мне хорошо, потому что сейчас хорошо выпил с хорошими ребятами, значит, я тут вообще праведник почти, да? А с утра у меня мне плохо, значит, я опять говорю, да? Вот не нужно это самое. Секундочку. А вот я хотел сказать, с утра у меня там похмелье, значит, я опять грешен. Да? Не нужно так резко. А источник грусти, он действительно из-за греха. Но грех – это совершенно не обязательно связан со мной. Это из-за греха многих. То есть, допустим, вот очень просто. Да, сейчас идет война. Мне грустно может быть. И это напрямую связано с войной. Сразу будет правильно. Хорошо, что грустно. Так и должно быть. Из-за того, что мир не исправлен. Из-за того, что в мире творятся нехорошие вещи. То, что мне грустно, это связано прямую с грехом. Единственное, что это абсолютно не обязательно, что такое грех. Может быть, грех многих или каких-то конкретных людей. Это может быть, вообще грех всего мира, что мир он еще не исправен. Да, то, что мы называем грехом первого человека. Теперь давайте вернемся к тексту и пройдем его потихонечку, потому что здесь очень много интересных замечаний можно сказать. Значит, любая грусть приходит из-за греха. А? И тшува очищает душу и превращает грусть в радость. То есть мы понимаем,
уже прочитать этот отрывок, что здесь у нас появляется. Здрасте, меня видно, слышно, потому что у меня вылетел сейчас Zoom и поднялся по новой. Меня все видно? Да, поднялся, все хорошо, слышно и видно. Спасибо. Отлично, да, то есть очень интересная идея, что мне есть место делать чуву за грех, который не обязательно я сделал. Где-то там идет война, где-то что-то происходит нехорошее. Или произошло, или происходило раньше. Или вообще мир, он не окончательно исправлен. Мне стоит сделать шоу. Не обязательно из-за моих личных мыслей. Теперь, что я из этого получу? Из этого получу, что моя грусть, она превратится в радость. Потому что шува, она освещает душу. אני צריך שתביני. אני באמצע שוב. העיצבון הכללי שבעולם, מקרו בזוהמת הכלל הנמצא בחללו של עולם, מחטאת רבים ויחידים, מחטאת הארץ, עוד טיפה, נשת. עדכוד הוא נסגריך. עדכוד הוא נסגריך. מה סקזה לי? איזה גריכה מנוגח אילי קונקרטנה ככית הלודי, а также скрытого греха земли. Значит, я здесь должен, конечно, пояснить, о чем идет речь. Рав здесь ссылается на Мидраш, который говорит о том, что земля не выполнила во время сотворения мира, когда Всевышний сказал земле произвести деревья, земля не выполнила указания Всевышнего, так это было сказано. Было сказано сделать плодовые деревья, дерево плод, делающий плоды, буквально, да, перевод эцприосетри, дерево плод, делающий, производящий плоды, а земля сделала эцусепри, она сделала дерево, делающее плоды. Мидраш говорит, что было сказано сделать дерево со вкусом плодов, а земля сделала только дерево, которое производит плоды. Объяснять этот мидраш тем, что у нас есть расстояние между целью и средствами для достижения этой цели. Цель мы хотим, и цель нам сладка. Цель – это плод. А средство к той цели, оно нам безвкусно. Но если бы можно было перепрыгнуть через там 7 сложных лет учебы на врача и сразу получить диплом, это было бы хорошо. Эти 7 лет, они мне не важны сами по себе. И они, как бы, я тут работаю, стараюсь, они мне не вкусны. Иногда я хочу их избежать. Потому что цель, она хорошая, а вот средства, которые к ней ведут, они сложные. И они невкусные. Они меня не... Я могу быть возбужден, я очень могу хотеть цель какую-то важную. А средства, да, там, нужно там долго, сложно учиться, они меня как бы... Я не чувствую вот этой вот сладости, которую я чувствую в достижении самой цели. И это то, что вот, и это называется грех земли. И Раб говорит, что это скрытый грех, и который воплотился уже в грехе человека. Ну, а мы, соответственно, возвращаемся к греху первого человека, что, простыми словами, мир, он не исправен, мир должен быть исправлен, и человек тут замешан. Теперь. И
праведники, на которых устанавливается, стоит мир, и особенно Машиах, они возвращаются к тшуве по отношению к этому смыслу. По отношению к смыслу этого греха. Теперь давайте обратим внимание. В общем-то, да, что здесь сказано? Что праведники и Машиах занимаются исправлением самого глубокого, самого высокого этого греха, да, то есть корня всех грехов. Из этого мы понимаем, что мы, которые не Машиах, не там праведники, на которых стоит мир, нам доступно исправление более мелких грехов. Но тоже у нас есть возможность с помощью нашей тшувы добираться до каких-то общих грехов, общего исправления мира. Ну, понятное дело, на более мелком и частном уровне, но тем не менее, как это есть талмудический принцип, из того, что сказано, я слышу то, что не сказано, из да, я слышу, нет. Я делаю вывод, что они занимаются, да, главным основным грехом, соответственно, нам можно погрызть веточки, которые немножко пониже. Более-менее все, что я хотел. У меня Нехама, если кто-то хочет что-то сказать по этому поводу, то я буду очень рад услышать ваши возражения или дополнения. Что тут возражать? Все совершенно верно, конечно. Так мне кажется. Хотя можно действительно размышлять на тему, что имел Рав в виду, когда он приводил в пример грех земли. Имел ли он в виду то, что вообще мир сделан, это как пример того, что мир сделан несовершенно. Не то он там разбирает еще не стихи из первой главы книги Берешит, которые показывают, что все время есть претворение, разрыв между запланированным и реализованным. И вот это вот как бы порождает несовершенство мира и, в общем, то, что порождает грех в принципе. Не? И это так бы есть еще на эту тему Мидраш про Луну, да, то, что мир несовершенен и требует принесения специального, специальной жертвы за Бога, как бы в Новомесяче приносит жертву специальную за то, что мир несовершенен. Или это с одной стороны, а с другой стороны, может быть, как раз он именно грех земли здесь имеет в виду и хочет обратить наше внимание на то, что мы очень многие наши фрустрации или печали происходят из-за того, что мы просто не в состоянии понять процессы, в котором мы находимся. То есть, если это, так сказать, цель, а это средство, не обязательно средство, это процесс какой-то, который ведет к какому-то результату, какой-то цели. И мы этого не понимаем, не предвидим, не осознаем. Когда человек вкалывает, например, чтобы получить там, степень по медицине, он все-таки знает, куда он идет, и понимает, что ему нужно сдать эти экзамены, ему нужно выучить эти болезни. Без этого он не будет врачом. Но просто в процессе жизни, вот то, что вы привели пример с войной, который нам, мы не можем постичь божественных планов и понять, каким образом это ведет к исправлению мира в конечном итоге. Не видим этого, и часть не способна никто увидеть. Из-за этого как бы, это как бы часть вот этого несовершенства мира, именно которое связано с землей, с грехом земли, потому что есть процессы, которые сами по себе совершенно не сладкие, и даже, может быть, ядовитые. Но, тем не менее, в конечном итоге приходится верить, если у нас есть вера, то мы верим, что плод будет сладок, что в конечном итоге цель творения будет достигнуться. Вот это вот я хотел не возразить, а просто добавить, как это. Большое спасибо, Нехама. Давайте я подытожу, что вы сказали. Мне кажется, это очень важно, это действительно серьезно добавляет. Значит, первое, что действительно Маниту, он делает. Он обращает внимание, что не только там, что Раши пишет, это просто самое
грубое, можно сказать, несоответствие между тем, что Всевышний сказал, тем, что было сделано, именно было вот связано с землей, но и во всех суке, во всех строфах, которые нам говорят про сотворение мира, там есть более или менее серьезная разница между, кроме сотворения света, по-моему, есть серьезная разница между тем, что Всевышний говорил, тем, что происходило. Вот, да. Значит, я очень вам благодарен за действительно замечание, что можно вот эту вот разницу между вкусом плода и вкусом дерева, между радостью цели и как-то ее инструментами, ну, как это сказать, и дорогу, как? Вы говорили средства, а я говорила, да, немножко средства. Это расширил и сказал, что, в принципе, путь, который ведет... Да-да, путь. Вы объяснили, да, и мне это очень понравилось, что мы знаем, что путь этот приведет к этой хорошей цели, но мы не видим, каким образом этот путь приведет к этой цели. И поэтому это нас опускает, это нас повергает в грусть. И это гораздо проще, видимо, правильнее привязать к этому самому греху, скрытому греху земли, что вот мы как бы не видим, как это связано. С другой стороны, мы понимаем, что это... Мы не должны это видеть, потому что если бы это увидели, наша задача была бы, в общем-то, уже как-то избиение младенцев, было бы все очень просто. В этом мире слишком было бы все просто. Вот. Но, тем не менее, вот это, конечно, это недостаток мира, безусловно, что мы не видим, как сложные такие разные запутанные дороги нас, в конце концов, приводят к цели исправления мира. Поэтому огромное спасибо Нахаму. Я очень доволен, что вот это еще одно, вот, туда же вот разница между вкусом плода и вкусом дерева, она вот так. Это, мне кажется, более глубокое и хорошее, правильное объяснение, поэтому я благодарен. Да. Кто-то что-то еще хочет сказать? Или мы перейдем тогда к восьмому отрывку и будем дальше. Хорошо, тогда мы перейдем к восьмому, и я сделаю небольшое вступление. У нас восьмой, девятый, десятый отрывок, три отрывочка. Они все говорят про еду, про еду правильную, еду неправильную, вот так скажем. Да? Можно хорошо поесть, а можно и нажраться. И что с этим делать? Как с этим работать? Да, я сразу скажу, что я немножко не там. Я лично от меня это все немножко далеко. Но тем не менее, мне кажется, это важно, как и все, что мы учим от Рава Кука, даже если это не что-то такое вот сейчас идти и делать, это дает нам важное понимание на какие-то общие вещи. Поэтому давайте приступим, выучим и посмотрим, что нам Рав пишет по поводу еды. Хорошо? Им из домена дава. Шухаля дамба махшива псула. Он и муха. Вушав мияз для хара ахила. לרומם את מחשבתו וכוחותיו בתשובה מהעבר. ראו מתקן את העבר, כאילו הייתה תחילה, האכילה בכוונת האורה. בזמן העיכול, הראוי לברכת המזון, מסוגל יותר להרמה עליונה זו, וראויה לכהוני השם, אשר את לחם השם הם אוכלים, כהנים אוכלים ובעלים מתכפרים. Если случается, что человек ест с неправильными или низкими мыслями, и он сразу же после еды делает шуву, поднимая свою мысль и силы в шуве из любви, тогда он исправляет прошлое, как будто
было начало еды с чистыми намерениями. И время переваривания, которое, во время которого можно благословлять после обеденного благословения Беркат Амазон, оно больше всего подходит к этому поднятию мысли, которая соответствует, да, служащим Богу, которые коины, да, они едят хлеб Бога, как сказано, коины едят, а те, кто принесли жертву, они получают свое искупление. Что здесь можно сказать? Ничего. Окей. Значит, здесь мы вроде бы говорим про... Нет здесь греха. Конечно, лучше бы кушать со всякими там хорошими мыслями о том, что ем, чтобы у меня были силы, и есть там в меру, а не нажираться, как свинья, и так далее. Там, и не хапать руками, и не давиться едой. Возможно, раб все же имеет в виду какие-то более глубокие вещи. Поскольку ты пользуешься божественным благом, ты должен как бы... На тебя возложено... эти, условно говоря, искры божественные, которые есть в материальном, перевести в духовные, поднять их или еще. Ну, я не очень большой, как бы не хочу вдаваться в какие-то мистические вещи, но я думаю, брат, здесь это имеет в виду. Что, да, конечно. Кабанот, намерение человека, который есть, о них, я думаю, писали очень много, где и сколько, потому что об этом многие задумываются и не знают. Да, конечно. Каждый по своему уровню. Только Рав здесь добавляет нам интересную штуку. То есть мы поели, как мы поели, а у нас потом есть еще час с четвертью, про 72 минуты. У нас еще много времени потом сказать, мы же можем, как это, то, что мы, кто, как мы, это самое... руками поели и это самое, запихали себе там еще это самое, и потом попили колу так, что из ушей текло, да? У нас есть еще много времени с тем, чтобы это исправить и поднять, и это будет так, как будто я с самого начала сел вот так вот, хорошо подумал, что же я ем, зачем я ем и как все это поднять, потому что идея с поднятием, она, конечно, очень простая. Так мы действительно объединяем все, что оно не живое, растительное и животное, оно поднимается до уровня человека, из-за того, что человек это съедает, это было корова, это стало человеком. Понятно, что это более высокий уровень, также это было вчера травой, или это было просто какой-то там солью. И это все стало человеком, это все возвышается. Но опять-таки, если ты по-свински поел, то это как бы не очень возвышается. Соответственно... Я как бы, извините, все же возражаю насчет свинкости, потому что обычаи еды, они в разных культурах разные, и то, что в одной культуре принято даже есть руками, это не всегда там воспринимается нормально, а за каким-нибудь изысканным столом это будет восприниматься ужасно. И даже если ты там рыбу ножом будешь резать, это кто-то будет очень из-за этого нервничать. Я согласен, но в любом... Да, потому что свинкость – это вещь очень относительная. Я думаю, скорее он все-таки подразумевает некоторые более духовные какие-то или намерения во время... я не буду спорить. Да, наверное. Тем не менее, мне кажется, в любой культуре все-таки есть как приличие... Но потом есть, может быть, обжорство...
когда человек ест гораздо больше, чем ему нужно, чем он в состоянии, например, да, по этому поводу тоже есть разные разногласия между разными хасидскими, например, подходами. Одни придерживаются аскетического подхода, что человек ест минимально, чтобы не особенно... То есть, как мы относимся к наслаждениям этого мира, это вопрос тоже. А другие, наоборот, едят очень много и наслаждаются максимально. Вопрос очень, как сказать, непростой, это много обсуждается. Но я не буду, стараюсь больше не влезать. Вопрос еды вообще действительно очень непростой. Он как бы базовый в вопросе вообще обсуждения получения наслаждения от мира. Да, и другие наслаждения тоже иногда включены в слово «еда». Да, не согласна. Здесь Рав, я не вижу никакого намека у Рава в том, что он вообще обсуждает, хорошо ли получать от мира удовольствие просто так или нет. Посмотрите, то, что я хотел обратить внимание. Следующий абзац начинается с Ахилагаса. Грубая еда. Поэтому я уже в этот абзац как бы это дело знаю. Теперь, что такое Ахилагаса, это тоже не до конца понятно. Да. Вот. Но в любом случае какая-то еда, которая все-таки не, неправильная, скажем так, так или иначе. Да? Теперь, идея здесь в том, что мне кажется, мы подчеркнули, мы же уже учили. В тот момент, когда это не грех по определению, а это какая-то не совсем хорошая вещь, не совсем правильная вещь, скажем, не совсем выбранная вещь, или вещь, которую можно сделать лучше и так далее. Да? В тот момент, когда это не, что называется, не грех, вот, не отвечает определению, что это гадость, что это плохая вещь, что это грех, то его исправление, во-первых, то, что это не грех, это не значит, что это не нужно исправлять. Мы уже сказали, по-моему, не раз, не два, что заповеди и хорошие дела тоже нужно исправлять, и всегда можно сделать лучше, и так далее. Во-первых, их можно исправлять. Во-вторых, их исправление гораздо проще. Вот Раф нам здесь говорит, это даже не исправление, но чува, конечно, к этому оно относится. Ты хочешь поднять свои мысли, свою еду, которую ты сделал, и она была, по-твоему, так себе, у тебя есть время, ты можешь делать после так же. И это будет тебе засчитано, как бы, что ты на максимальном уровне сделал это до еды. Да, самое лучшее время для этого, это время, как то, ну вот, можно еще благословлять после еды. Благословение после трапезы, беркат амазон, это как раз время, пока переваривается пища. Это вот 72 минуты, когда хорошая трапеза, это час чем. Просто, вот, мне кажется, это основная здесь идея. Давайте посмотрим, есть у нас еще время на еще один отрывок или нету. Нехалу, что я, пожалуй, отключусь, пойду. Уже отключаться. Тогда мы уже закончим сегодня уже тогда урок. Спасибо. И в следующий раз мы тоже, видимо, откатимся на один назад, потому что там есть три вместе или не откатимся, посмотрим. Три наших вот этих сейчас абзаца, они у нас про еду. Спасибо вам большое. Свидание. Спасибо вам тоже большое. Мне очень понравилось ваше замечание про вкус плода и дерева. Я это заберу, что это самое, что не только что нам плохо, что мы не чувствуем вкуса от движения, но иногда мы не понимаем, как движение нас приводит к этой цели, и нам этого еще хуже. Мне это очень понравилось. Большое спасибо, Нахам, вам тоже. Да добрый... вы сами же сказали про войну, например. Ну, видите, да, сказал, но как это? Сказал, я не до конца понял, что сказал. Ну, хорошо. До свидания. До свидания. Всем добрый вечер. Всего доброго.